Итак, скульптура Куринуки. Начнем с заготовки. Это самое такое простое. Нам просто надо общую какую-то форму. То есть можно вообще хоть шарик оставить или что-то такое. Но я хочу такие вытянутые формы, поэтому раскатываю немножечко такой конус. И вот единственное, что меня сейчас беспокоит, чтобы у нее была удобная нижняя часть, чтобы она могла стоять. Вот так. И еще парочку сделаю таких. Все, первый этап завершен, оставляем их подсохнуть до кожетвердого состояния. Итак, наши основы подсохли, вот они такие кожетвердые, и начинаю срезать. Суть куринуки в том, чтобы создать такие срезы, как бы природные, естественные линии, похожие на то, как выглядят скалы, горы, камень. Поэтому я не просто срезаю, а как бы обламываю еще глину, и вот эти вот неровные такие шершавые поверхности как раз считаются красивыми. Пробую разные инструменты. Это вот обычный нож, это вот такой макетный нож, остренький. Он, с одной стороны, более ровный срез дает. Здесь нам не то, чтобы нужна ровность, но, с другой стороны, он за счет вот этой остроты легче работать, и срез такой получается более резкий, что ли. Но он маленький, поэтому вот здесь на широких частях лучше ножик побольше. Но я пробую в разных направлениях. Еще момент. Вот здесь внутри, в принципе, можно закопаться туда и повыгребать оттуда глину. Но у меня это будут подставочки для колечек, поэтому я оставлю так. Мне нужно, чтобы они были тяжеленькие, чтобы они не падали, устойчивые были.